Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжая тему «Огород на балконе», я хочу рассказать о культуре, о которой некоторые думают в самую последнюю очередь, когда речь идет о выращивании чего-то на балконе. Мы привыкли: укроп, петрушка, лук на зелень. Да, это все банально, обычно это все делают. Но многие не знают и даже не подозревают, что на балконе можно вырастить даже клубнику. И простую садовую, и ремонтантную. Ремонтантную еще даже интереснее. Вот я взяла усики, весной отделила, видите, они уже с цветочным бутончиком. Сейчас высажу в контейнер и потом покажу вам, что она прекрасно может плодоносить и в контейнере. Но тут нужно соблюдать некоторые нюансы. Если когда мы лук высаживали вот там, лук, он не требовательный к почве, он может вырасти на бедной почве и на песчаной, и на простой, без всяких удобрений, то для того, чтобы вырастить нам клубничку, нам нужно почву брать жирную. Я вот насыпала в этот контейнер вообще один перегной, просто старый трехлетний перегной. Он уже почти как грунт, но это очень жирный грунт. Также подойдет для выращивания клубники компост, старый такой, перепревший. Потом различные, ну, любые грунты, которые чернозем с добавлением или компоста, или перегноя. Как высаживать клубнику? Дело в том, что она у нас ведь морозостойкая. Ее можно высадить самой-самой ранней осенью. Вот она сейчас у нас в открытом грунте, не боится никаких заморозков, ничего. Поэтому вы можете посадить ее рано-рано, попросить у любых своих знакомых, у кого есть сад, огород. Никто вам не откажет несколько усиков. Усики прошлогодние, молодые берите. Молодой ус, он здоровый, еще не подвержена корневая система никаким заболеваниям. Он полон сил, он быстро у вас пойдет в рост. Как расположить? Обычно рекомендуют располагать ее не внутри, если застекленная лоджия или балкон, а там выбрасывать ее на улицу по принципу, вот где у вас цветы в подвесных ящиках, вот в этих. Вот там вместо цветов освободите 2, 3, ну 5 кустиков посадите, там, где выращиваете цветы. Она прекрасна в открытом, ну вот не в незащищенном, вот в таком открытом месте и зацветет, и даст плоды. Единственное, что если ремонтантная клубника, она много дает плодов, первая волна, потом вторая волна, и может не хватить питательности, они очень прожорливые, ремонтантные клубнички, может не хватить ей вот этого питания, и нужно будет тогда сюда еще добавлять или жирного грунта, или перегноя, или делать подкормки, но это будет потом. Первым делом нужно сейчас посадить, чтобы она укоренилась, чтобы она зацвела уже у вас на этом, на новом месте, желательно, но можно и с цветком пересадить, я пересаживала, нормально она все это. И чтобы начался созревание, вот это формирование плодов, ягодок. Попробуйте 2 кустика, порадуйте своих детей. Если понравится, на будущий год вместо цветов, многие так делают, жертвуют цветами, и вместо цветов вот в этом, вот в таком есть контейнера длинные цветочные, высаживают 5, 6, иногда даже 7 кустиков, в зависимости от возраста. Но вот я высадила 2. Я высадила, она у меня на улице прекрасно растет, но я высадила только для того, чтобы посмотреть, понаблюдать и вам всем показать, кто еще, ну, не рискнул, например, или еще только мечтает сделать огород на балконе. Я вам потом покажу, как растет клубника, какие она дает плоды. Я для чистоты эксперимента оставлю ее на весь год в этом контейнере. И потом в этом же контейнере, возможно, занесу куда-то, похороню в подвале, а потом опять весной вынесу, и уже буду точно знать, переживет ли куст, и сможете ли вы посадить один раз и на несколько лет. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот это уже огородная азбука для тех, кто хочет, как я называю, для мини-огородников, который хочет маленький-маленький, но свой огородик сделать у себя на балконе, на лоджии или даже на подоконнике. Желаю всем успеха. Пробуйте, выращивайте. Вы даже не представляете, какие необычные культуры, непривычные для нас, можно вырастить на балконе. И можно снимать урожай, так же, как и те, кто вот мы огород имеем, весь летний сезон. Все, успех!